Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. И сегодня я приехала в Фикспрайс, вот сюда вот, это улица Дачная. Вот сейчас сюда зайду, посмотрю, что здесь есть. Мне ученический товар надо посмотреть, дочка просила ребятишкам в школу. Может, даже сниму этот отдел, он мне нужен. Ну, в общем, пойду смотреть вот в это здание. Вот такие баночки увидела, смотрите. Вот так открывается. Вот, на железочках. Таких не было баночек. Вот видите, вот так вот закрывается на железку. 99 рублей. Большие банки. Написано, банка для хранения 99 рублей, 1,6 литра. Видите, какие хорошие, стеклянные. Такие вот пузатенькие есть банки с крышками. Эти тоже? Есть. Все, да? Вот, мне нравится вот взбивать. Видите, такой ковшик, держащий ручку. Не знаю, сколько здесь литров. Не знаю, не вижу я. Ну, наверное, около полутора. Так, что здесь сейчас? Литр. 1,2 написано литра. Вот такая есть. Вот эти вот я купила. Нравится очень есть. Вот эти вот емкости есть стеклянные, здоровые. Я себе дополнительно еще две штуки хочу купить. Тоже с цветочками есть. Очень удобные. Хочу две обязательно взять. 99 рублей это не деньги. Я думаю, можно взять. Тем более, емкость большая. Я стряпаю, мне нужны такие. Крышка вот эта есть. С рыбками. Под пиво. 77 рублей. Так. Мне вот тарелки вот эти вот понравились. Смотрите, какие. Квадратные. Вот есть вот такая вот 77 рублей расцветка. И вот миленькая такая. Она как суповая или десертная. Вот такая вот квадратненькая, здоровская. Такой не было точно, я знаю. И понравилось салатник. Смотрите, какой красивый. Вот такой рифленый. С рисунком. Тяжелый, стеклянный. Здоровский салатник. Ну, этот салатник я показывала уже. Вот такой вот. Он чуть поменьше. Он такой вот, как с вишенками или с яблочками. С яблочками из матового стекла. Ну, такие я уже как-то показывала. Ну, вот не знаю. Вот такие вот хорошие можно делать разово. Оформлять какие-нибудь салатики фруктовые. И оформлено интересно. Вот они такие. Так, мне надо вот такие кружечки выбрать. Дочери и зятю хочу купить. Вот мне понравились стеклянные. Вот такие. Губка Боб. Такой вариант. И есть они вот Кевин. Вот такой вариант. В общем, из стекла хочу взять. Мне вот понравились они. Кружечки такие. Стеклянные. Соусники есть. По 25 рублей. Такие стеклянные есть до сих пор. Вот такие вот есть, смотрите, на 1 литр для продуктов. Вот с пингвинчиком. И вот такое есть. Соушка закрывается крышечкой.
кстати, мне понравились, хорошие. Я, может, даже такие возьму себе. Банки есть. По 25 рублей. До сих пор есть они. Эти вот есть под бутерброды еще. Вот эти емкости я хочу взять одну такую. Мне надо дочери. Мне они понравились. Крышки хорошо закрываются. Почти 3 литра. Здесь вот такие кастрюльки есть. Небольшие. 55 рублей. И вот такие вот есть стеклянные маленькие. 1,2 литра написано. 99 рублей стоит. Ну, ковши. Такие емкости есть. Я такие брала. Пользуюсь уже, хорошие. Чашки. Сковороды вот такие большие. Такие 99 рублей. Вот такие сковороды. Прихватки есть из трех. Вот салфетка, варежка. И вот такая вот 99. А есть вот такие из двух. Они стоят дешевле, 55 рублей. Формы. Вот я брала такую, уже пекла, показала. Форма хорошая. Пожалуйста. Квадратные формы есть. Такие здесь разные формы есть. Я уже все их покупала. Вот эти. Вот мне понравились. Смотрите, какой набор для шитья. Вот так вот сумочки, тут и нитки, и все. Удобно так посмотреть. Такой вот наборчик. И вот набор вот такой в пластике, 55 рублей. А этот 99 стоит набор. Простыни есть в этом магазине. Вот я куплю, мне надо 3 простыни внукам. Полуторки за 99 рублей, цена хорошая. Я таким пользуюсь, так что буду брать обязательно. Сниму и буду покупать простыни. Видите, всякие разные расцветки, какие хотите. Выбор здесь, в общем-то, есть. Десять футболки, 99 рублей. Вот видите, мальчики женские. Они прям на плечиках висят. Вот такие вот. Черные с рисунком. Без рукавки. Такие с длинным рукавом. Они хэбэшные, тоже 99 рублей. Белые. Такие маечки, 99. Что не купить за 99, можно поносить. Всякие разные трафареты. Здесь вот замки появились, смотрите, здоровые. Вот такие вот, 99 рублей стоят. Цвета разные, желтые, синие, зеленые там есть, я вижу. Может, кому такой зонтик и пригодится. Сейчас осень наступает, вот появились такие зонты. Книги есть вот такие, святые, Пресвятая Богородица. И вот опять появились книги вот эти вот.
И есть такие, которые нам не достались. Но почему-то стали 55 рублей. Я по 51 тогда брала. Надо выбрать, какие нам не достались. Вот я докуплю, скорее всего. Вот разные. Это про художников. Какие хотите. Вот целая пачка. Их вообще 20 вариантов должно быть. Но я не смотрела. Но вижу, что есть те, которые у меня нет. Так, тут для школы есть вот здоровые вот тетради, 80 листов, разные картинки. Цены на эти тетради, они написаны, они в клетку. Такие большие тетради. Так, есть вот такие тонкие тетради, 12 листов, 3 рубля 60 копеек написано. Школьная тетрадь, вот зелененькие. Потом 48 листов. Это вот такие тетрадки. Так. 48 листов. Они тоже клетка. 17 рублей стоят. Так, дальше у нас тетради для записи. А, для иностранных слов написано. Слово-перевод. Слово-перевод. И вот он. Здесь буквы А, Б, В, Г, Д, алфавитные. Это вот такая тетрадь. Цену не вижу. Так, цветная бумага есть. Мелованная. 48 листов. 24 цвета. Дневники есть. Я не знаю, но у них мебель. Дневники толстые. Обложка. Разные расцветки. Вот всякие разные. Так, пластилин есть 55 рублей, 8 цветов. Вот такие наборы есть. Набор фломастеров. 77 рублей в таких коробочках. Эти фломастеры есть 55 рублей. 55 рублей. Как обычная тетрадь или повыше? Так. Наборы обложек есть для тетради и дневников. Не знаю, сколько стоит тетрадь. 51 рубль, что ли, тут ничего не написано, не могу понять. Это тетрадь. А сколько наборы стоят, не знаю. Вот лежат наборы для тетради, дневников написано. Так, набор школьных обложек. Для учебников универсальные. Обложка для учебников 51 рубль, 5 штук написано. Так, а это набор школьных обложек для учебников. А, ну то же самое. Тоже 5 штук. Значит, 51 рубль. Вот такие блокноты есть. Они вот так вот закрываются. Вот они в линейку. Здесь вот закладочка есть. И вот так закрывается. Блокнотики. Не знаю, 55 рублей, наверное, стоит. Цвета разные. Черный. А, стоит 99 рублей, написан такой блокнот. Ну, такой хороший. Не знаю. Может, кому надо такой. Так, набор фломастеров «Магия цвета». 9 цветов. Так, для школы здесь разные виды ручек. Такие вот по 8 штук, по 12 штук. Они уже дешевле, 12. Такие всякие ручки есть. Я вот такой вот набор взяла внукам. Тут 15 штук. Почему не взять? Недорого. 50, по-моему, 5 рублей они стоят, вот этот набор. Так, степлеры. Вот две штуки ластиков, 17 рублей всего упаковка, вот такие вот.
Рюкзачки вот маленькие есть до сих пор. Пластилин есть 55 рублей. 5 цветов. Небольшая упаковочка. Вот эти ручки. Шариковые ручки. 15 штук. Вот. Кисточки. Всякие фломастеры. Все к школе есть. Пеналы. Какие хотите. Выбор очень большой пеналов. Такие вот пенальчики. Дневник школьный. Смотрите, как твой дневник. 25 рублей, кстати, стоит. С попугайчиком. Такой вот дневничок. Такой. Я внукам возьму обязательно дневничок такой. Обложки. Тетради. 51 рубль стоят вот такие тетрадки. Клеточку. Так, сумки есть для запасной обуви. Пожалуйста. Такой хороший такой плащевка. Будет стираться. Разные цвета. Вот эти цвета разные. И красненькие есть. Тонкие тетрадочки. Вот такие по 3 рубля я уже показывала. Акварель краски есть. 14 цветов. Карандаши есть, набор простых карандашей, уже подточенные, готовые карандашики. Альбомы 25 рублей стоят, вот такие вот, 24 листа. Тетрадка 51 рубль. Такие папочки есть под тетрадочки, чтобы не мялись, 55 рублей. Какие хотите, цвета тоже, всякие разные, для девочек, для мальчиков. Пожалуйста, вот. И есть вот такие подставочки. Ручки ставить, принадлежности. Вот ребятишкам на стол. Вот такие вот. Не знаю, не вижу цену. Но, по-моему, он... Не знаю, 55 что ли он был. Да, так, папка 55, пенал 55. Вот этот пенал 77 рублей, а вот эти пеналы 55 рублей. И вот такие папки. Ну, я такие папки уже показывала, такие папки 99 рублей. Такой набор есть сразу вот здесь. И красные, и черные, и синие. Все вместе. Такой наборчик. 15 штучек. 55 стоит. Вот мне альбомы понравились, смотрите. Вот на таких вот спиральках 51 рубль всего стоит. Здесь сколько листов, не знаю. Так, 50 листов написано. Рисунки такие красивые. Города, всякие разные, животные и цветочки. Прямо хорошие наборы, отличные. Тетрадь 18 листов, 8 рублей стоит. Они тоже цветные. С собачками. У них вот здесь таблица умножения есть. 18 листов. 8 рублей. А это так, в клетку 25 рублей. Тетрадь опять 80 листов. 25-50 стоит. Вот такие тетрадочки. Тоже разные цвета. И природа. Всякие. Блокноты вот такие есть. Вот так они в линейку пролинованы.
55 рублей. Тоже разные. Толстые такие, хорошие. Вот здесь вот так вот. Плотная такая обложка. Цвета разные. Блокноты по 99. Я такие уже показывала. Мне они, кстати, очень понравились. Вообще классные блокноты. А это для фотографий или нет? 99 рублей. Или это тетрадь такая? Блокнот на кнопке. Не знаю, что тут. А, это блок смены написано. 80 листов. 25,50. Это для тетрадок.